Всем привет! Если вы хотя бы раз летали на самолете, то вам, скорее всего, было интересно, почему вход в самолет, а также выход из него производится практически всегда слева, хотя двери есть как слева, так и справа по бокам самолета. На этот вопрос есть простой ответ. Действительно, в авиации давно принято, что левый борт предназначен для пассажиров, а правый только для служебных нужд, таких как погрузка питания и погрузка багажа. Но некоторые люди думают, что это сделано для того, чтобы командиру было удобнее выходить из самолета и контролировать прием и посадку людей. Но это ошибочное мнение. Единый стандарт используется практически во всех аэропортах мира. В первой половине 20 века на заре авиации в этом вопросе царил хаос, но в 1940-х годах приняли общее правило, которое действует и по сегодняшний день.